Без дела, скукотища у слепых, особенно под старость да с болезнью. Тогда в душе хоть выноси святых, такая гарь с миазмами пролезли. Свою ненужность остро ощутив, на тяжкой решаются от скуки. Слезу последнюю, кто им смахнет с щеки, подаст в ущелье дружескую руку. Без дела оказаться в орденах, при сыновьях и внуках им не нужны. Такая участь явно не одна, воспоминания по головешкам кружат. И среди стонов тяжкие упреки, поил, кормил и посторонним стал. Немногие в сердцах дают зароки, припомнят все, не вспомнив про Христа. А он с обратной стороны дверей лет 70 стучится, не отходит. Не зарекись, но поспеши скорей, он нищий просит только хлеб и воду. Расслышь, запор жестокосердия сбрось, пока сознание рухлядью не стало. К тебе, отверженному любящий Христос, он с посохом пока, но станет жезлом, палкой. Прилично, лично бросится к стопам и оросить сандалии слезами. Рыдай вопи и не стыдись спазм. Он все поймет и снимет с сердца камень. И станет дел тебе не в проворот, тому и этому молитвенно помочь. Ночь превратится в день, и как седок, стезю протянешь искрометно в ночь. Мне этот жребий выпал неспроста, избрание совершилось по согласию. За сутки год успеешь наверстать, харистом станешь, не церковной плаксой. 2 июля 2008 года.